сердце опустело. Следи за собой. Здравствуй, гость. Мы бы хотели устроить тебе достойную встречу. Но видишь, мы скованы голодом. Как тебя приняли братья? Наверное, они отнеслись к тебе с подозрением и теперь испытают тебя на верность. Самый лучший способ подтвердить свою верность — это выдать им нас. Мы преступницы, приговоренные к смертной казни. Пока они были в отлучке, нам удалось бежать. Мы надеялись исполнить все, что задумали, пока они не вернутся. Но мы не успели. И наша последняя надежда — ты, гость. Ты же нам поможешь? Это потребует от тебя одного ужасно трудного поступка. Но мы верим в твою отвагу и мудрость. Пожалуйста, помоги нам.
сердце опустело. Следи за собой. Я дам тебе власть над временем.